Мужчина едва не погиб под колесами сразу двух иномарок. По словам водителей, парень сам кинулся под их автомобили. Намеренно ли пострадавший встал на пути машин, можно судить по кадрам с видеорегистратора. Вот черный Nissan едет по проспекту Победы. Но неожиданно справа появляется парень в красной куртке. По словам водителя, он пытался избежать удара и даже сделал маневр влево, но пострадавший якобы намеренно не отскочил. Стоит отметить, что после первой аварии парень смог встать и снова прямиком отправился под колеса машин. В этот раз он оказался на пути автомобиля Kia. Случайность или нет, сейчас выясняет полиция. В частности, стражи правопорядка изучают кадры, на которых видно, как пострадавший пристально смотрит на едущую иномарку и не пытается избежать столкновения с ней.